Добрый вечер! Добрый вечер, ДК «Химволокно». Сегодня замечательный день. Сегодня на нашем календаре понедельник. И именно сегодня, с сегодняшнего дня, стартует наш самый большой, грандиозный, яркий, красочный фестиваль «Студенческая весна 2015». Давайте мы порадуемся вместе со мной. У меня с лица не сходит улыбка, я безумно рада. Сказать, что мы ждали этот фестиваль, это ничего не сказать. Мы ждали его целый год. Ребята готовились, начиная еще с осени. И наш фестиваль в этом году проходит под хэштегом «Живи весной». Я желаю вам начать жить весной вместе с нами, с началом нашего большого студенческого фестиваля. Ура! По традиции мне хотелось бы поблагодарить всех организаторов фестиваля. Это профсоюз студентов, Центр молодежной политики и студенческий клуб, нашу большую и постоянно растущую редакцию «Медион». И, конечно же, всех деканов, деканаты, заместителей деканов и лично нашего ректора Твардовского Андрея Викторовича. И для приветственного слова мне бы хотелось пригласить на эту сцену представителя инженерно-строительного факультета Кулькова Сергея Алексеевича, доцента кафедры строительные производства инженерно-строительного факультета. На эту сцену, пожалуйста, Сергей Алексеевич. Бурные аплодисменты, это постоянный зритель всех студенческих фестивалей. Самый позитивный человек, мне кажется, с этого факультета. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые гости, жюри нашего фестиваля. Ну, раз наступила весна, должны быть какие-то признаки весны налицо, и мне хотелось бы с этой наступающей весной вас поздравить. Грачи прилетели, скворцы прилетели, но и весну студенческую открывает строительный факультет. Это тоже один из показателей, что наступила весна. В этом году мы первые. Ну, первые – это звучит очень гордо, это высокое понятие. Первые во всем, первые во всем. Вот смотрите, аббревиатура профиля ПГС. Как мы ее расшифруем? ПГС – это что? Даже не поле, а страна чудес. Правильно, нет? Аплодисменты ПГС! Еще лучше сидят девчонки с ПЗ. Проектирование зданий такая специальность. Вон машут еще с последних рядов. Да. Жена Жарникова. ПЗ, как мы расшифруем с вами? Да лучшие везде. Еще раз хочу поздравить всех с наступающей весной, с нашим выступлением. И я надеюсь, что в этом году, раз мы первые, будет самая сильная поддержка этого зала. Ну-ка попробуем вместе. Молодцы, молодцы. Итак, еще раз повторяю, что будем поддерживать каждый номер. Аплодисменты, крики «Бис», «Браво». Итак, мы начинаем. Аплодисменты. Вот так вот бодро мы действительно стартуем, и стартует инженерно-строительный факультет. По-моему, впервые они открывают за 10 лет уже нашего фестиваля. Ну и по традиции мне хотелось бы поблагодарить всех партнеров фестиваля. Фестиваль у нас большой, у нас есть партнеры, которые несколько лет уже поддерживают, помогают нам. Это кофейня «Таун», город нашего вкуса. Если вы активный, целеустремленный, у вас есть настоящая мечта, компания «Ростелеком» объявляет набор менеджеров по продажам. И если вы хотите заработать на свою мечту, вы можете обратиться в компанию «Ростелеком», и они расскажут вам, как это сделать. Если вы хотите до конца поучаствовать и почувствовать атмосферу студенческой весны, не пропустите. После каждого концерта факультета «Студенческая весна» будет автопати в баре «Нью-Йорк». Он откроет двери ровно в 9 часов. Если вы хотите поздравить факультет с тем, что их концерт уже отгремел, бар «Нью-Йорк» откроет вам свои двери. Также Балтийский банк. Многие наши студенты являются картообладателями Балтийского банка. 25 числа ежемесячно туда приходит заветная стипендия. Ну а мы, в свою очередь, желаем учиться на хорошо и отлично, чтобы стипендия все-таки туда приходила. Информационные партнеры – это молодежная редакция «Медиа-Он», это оперативная фотосъемка, видеосъемка, полнометражные
съемки концертов вы сможете увидеть после гала-концерта, который состоится 17 апреля в ДК «Пролетарка». Не забывайте голосовать на выходе, работает соцслужба. Ответьте на короткие вопросы девушек, какой номер понравился вам больше всего, чтобы 17 апреля подвести итоги этих опросов. Ну и, конечно, не стоит забывать, что мероприятие «Политеха» — это яркие, красочные, давно уже не концерты, а целые шоу и представления. Но давайте не будем забывать, студенческая весна — это конкурс. Это конкурсная программа, где ребята борются за баллы, делают все хорошо, четко, на 10 или на 5. Ну и кто же принимает в этом году решение о том, кто же станет победителем и кто же ставит эти заветные баллы? Давайте знакомиться. Татаринцев Вадим Владимирович, выпускник Крестового государственного технического университета, имени Крестового университета, режиссер постановщик гала-концерта и финала городского концерта фестиваля, он же председатель жюри. Зуев Мария Владимировна, преподаватель географии, отделение Тверского колледжа имени Львова, колледжа культуры имени Львова. Некоторым причинам отсутствует один из членов жюри, это именно член жюри, который будет оценивать сегодня вокал. И у нас маленькая замена. Это Александр Евдокимов, лауреат международных и российских конкурсов, певец и композитор. Моя речь подходит к концу. Сегодняшний концерт называется «То ли окунись в мои сны, то ли проснись со мной». И ребята проводили маленький флешмоб, нужно было выкладывать фотографии там, где люди спят, и набирать определенное количество лайков, ну, конечно же, большее количество лайков, сегодня получит приз. Ребята подсказали мне за сценой, что фотографии Александрины Сульман и Сердара Анаева набрали большее количество лайков. Ребят, я знаю, вы в зале, поднимайтесь на сцену. Инженерно-строительный факультет приготовил для вас подарок. Я надеюсь, что это не последний флешмоб студенческого фестиваля. Давайте жить весной все вместе. Ребят, это вам. Начинаем инженерно-строительный факультет. На этой сцене я не буду больше задерживать ваше внимание. Встречайте! Доченька, ты чего не спишь? Мам, а правда, что в книжках пишут? Что нас похищают во сне? Да глупости все это. Давай спать. А ты мне колыбельную споешь? Спи. Oh!
всех теплых рук. Сон опередит тающий закат. Пусть не улетит весь твой детский страх. Уже не приснит слезки на гроздях. Смолкнет шепот птиц, стихнут небеса.
chase after girls. I keep it with you, I want it, and I never get confined for it. Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could Это веселые, талантливые, красивые ребята, которые записали этот текст и заставили меня сказать его на публику. Ревер, сегодня для удачного выступления мы должны совершить древнеафриканский ритуал. Не, танец! Хака! Африкан! Я цикра! Я Додж Бизвон. Давайте представим случай в общественном транспорте. Ну же, давай, скажи ей. Еще минута и будет поздно. Ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь. Давай! Ногу убери с кроссовок, курица! Самый богатый парень во дворе. Павлик, домой! Иду, мам. Ладно, давайте. Пока всем. О, а вы ничего не забыли, пацаны? За мной! Два богатыря на границе. Ну что, Алёшка, никого не видать? Никого не видать. Точно никого не видать? Точно никого не видать. Точно-точно никого не видать? Точно-точно никого не видать. Тогда иди сюда. Такое могло случиться только 8 марта. Дорогая, вот твой подарок на 8 марта. Пенка для бритья? Бритва? Женские усы. Теперь подарок на 23 февраля можно передарить. И такое бывает. Студенты случайно сбили своего преподавателя на машине. О боже, что же мы натворили? Блин, да у меня вообще зачет не стоит. Лёх, ты что делаешь?
Саня, точно, он же левша. Лина, ты что делаешь? Чё-чё, селфи? Блин, что делать-то будем? Ну как что? 15 минут ждем и уходим. Аппарат Барака Обамы придумывает новые санкции. Давайте запретим русским возить импортные автомобили и смотреть зарубежные фильмы. Пусть они ездят на свое и смотрят на свое. Не, ну это же слишком жестоко. Они же тоже люди. У них дети есть. Опять Порошенко вам жаст. Есть еще какие предложения? Давайте запретим русским играть в футбол. Запретить русским позорить на весь мир? Не. Сейчас Путину позвоню. Вот как дела? Здравствуйте. Вы дозвонились до Кремля. Чтобы связаться с парламентом, скажите один. Чтобы связаться с президентом, скажите хозяин. Хозяин. Ходи, приколись, он меня опять хозяином назвал. И что бы хотелось сказать в конце? В следующий раз устроим жертвоприношение. Команда КВН Тетрис, любите друг друга и будьте счастливы.
Во время следующего номера просьба не выходить из зала и не использовать фотовспышку, дабы не засветить действия на сцене. Спасибо. Фонтанный сквер напротив окна. Ты вновь сюда приходишь одна. В окне будто время ты. Рисую я вновь тебя, а рядом с тобой себя. Чтоб ты не была одна. Да, да, да. Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом портретами увешан, без тебя теперь мне не прожить дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда, навсегда. Ты все поймешь, увидев мой дом, где я всегда с тобой вдвоем. На этой стене и той портреты висят твои, и каждый рисунок мой признание тебе в любви. Да, 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 да. Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя.
Команда, которая живет в начале недели, а в конце недели выживает. Да! Команда, для которой пропуск в общагу важнее, чем паспорт. Да! Команда, для которой еда соседа вкуснее своей. Да! В общем, команда КВН «Общага» практически семья. Да! Студенты из общежития решили посетить сауну. Нормально тут такое помещение, да? Ребят, хотите кое-что покажу? Чё? Там, короче, вода горячая. Да ладно! Оно ещё и прозрачное! Сильная, смелая. Женская сборная по вольной борьбе. Итак, представьте, первый дубль известной рекламы. Мама, там папа не дышит. Как не дышит? И что делать? Закапывать. Так как закапывать? У нас даже лопаты нету. Мам, капли в нос закапывать. А какую палочку выбираешь ты? После экзамена по теоретической механике. Ну чё, как? 4. Мастер, благослови меня, я следующий. Родители тройняшек без фантазии. Как узнать КВНщика из толпы? Твой шепот нежный-нежный разгонит грусть. Она хотела бы жить на Манхэттене, но живет в шестой общаге на третьем этаже. Это лучше бы ему не знать ее совсем. 8 марта в тренажерном зале. Привет. Саша зовут. Что ты делаешь сегодня вечером? Она со мной. Вечер в магазине 73 рубля. Студенты политеха смотрят 50 оттенков серого. Удивили! У нас на СФ каждая сессия так проходит. ОМОН на задании политехи. Так, давай, пошли. Первый, пошел! Второй, пошел! Третий, пошел! Сань, ты куда? Да я это, пойду через столовку пройду. Чужие, ты тебя искают. Искусственное дыхание делают тебя. Чужая стала сама себе. Сказка «Теремок» в постановке инженерно-строительного факультета. Кто в теремочке живет? Я комарик, воздушный шарик. А я зайка-попрыгайка. Я волчок, серый бочок. А я медведь, пустите меня к себе. Медведь, ты что, балбес? У нас допуск массы на балку не позволяет превышать предельное значение арматуры в основании фундамента. Вследствие чего фундамент получит колебания, и теремок может разрушить. Чего? Короче, не пустим у тебя, косолапый. О боже, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, как голова. О боже, мама, пьяный без вина. Друзья, а в конце мы бы хотели ответить на очень интригующий вопрос прошедшего месяца. Друзья, платье черно-синее. Почему? А ты попробуй с нашим деканом поспорь. А для вас сегодня выступали великолепная пятерка и звукарь. Команда КВН «Общага». Спасибо. Thank you.
Горят города по пути этих полчищ. Разрушены села, потоптана рожь. И всюду поспешно и жадно по волчьи творят эти люди грабеж и грабеж. Ну разве что люди, никто не поверит при встрече с одетым в мундире зверьем. Они и едят не как люди, как звери. Глотают парную свинину сырьем. У них и повадки совсем не людские. Скажите, способен ли кто из людей пытать старика, на веревке таская, насиловать мать на глазах у детей? Закапывать жителей мирных жилыми за то, что обеличим с тобой не одно. Нет, врете, чужое присвоили имя. Людьми вас никто не считает давно. Вы чтите войну, и на поприще этом такими вас знаем, какие вы есть. Пристреливать раненых, сжечь лазареты, да школы бомбить ваших воинов честь. Узнали мы вас за короткие сроки и поняли, что вас на битву ведет. Холодных, голодных, тупых и жестоких, но смирных и жалких, как время придет. И ты, что стоишь без ремня предо мною, ладонью себя ударяющей в грудь, сующий мне карточку сына с женою, ты думаешь, я тебе верю? Ничуть! Мне видится женщин с ребятами лица, как в них стреляют на площади. И кровь на разорванных наспех петлицах, на потных холодных ладонях твоих. Покуда ты с теми, кто небо и землю хотят у нас взять, свободу и честь, покуда ты с ними, ты враг, и да здравствует кара и месть. Ты, сожженный пеплом сожженных селений, что мы поползем на коленях? Не ужас, ярость ты в нас пробудил. Мы будем вас бить все сильнее час от часа, штыком и ножом, дубьем и снарядом. Мы будем вас бить, глушить вас фугасом. Мы рот вам закроем советской землей. И пускай до последнего часа расплаты, дня торжества, недалекого дня, мне не дожить, как и многим ребятам, которые были не хуже меня. Я долг свой солдатский приемлю. Если уж смерть выбирать нам, друзья, то лучше, чем смерть, за родимую землю и выбрать нельзя. А что Счастье и весны в нашей весне.
печаль пройдет.